Реконструкция центральной городской улицы 18 ноября подходит к своему завершению. На сегодняшний день выполнено более 70% от общего объема запланированных работ. Полностью объект должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре. За оставшиеся 3 месяца генподрядчик фирмы «Биндерс» должен закончить работы по укладке тротуаров и реконструкции некоторых перекрестков, а также уложить 3-й слой асфальтового покрытия от въезда на воздушный мост до моста Венебас. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Как стало известно, работы по созданию автостоянки в районе коммунальных кладбищ Старообрядческих из проекта А-13 были исключены. Почему? Как пояснило руководство самоуправления, на этот шаг пришлось пойти из-за ощутимого удорожания проекта. Резкое удорожание проекта, в принципе, да, не позволило выполнить все то, что запланировано. И даже в том объеме, который остался, в принципе, да, вместо 80% европейских, мы имеем только порядка 60%. Сегодня припарковаться возле Старообрядческих кладбищ, не повредив при этом машину, непросто. Съезд дороги слишком высок для машин с низкой посадкой, так что возникшую проблему придется решать в любом случае. Это понимают и в самоуправлении. Надо изыскивать резервы в тех списках, в которых ведутся работы, для того, чтобы привести в порядок те работы, которые были исключены из проекта А-13. Как сообщил руководитель управления коммунальных дел Айвар Спуденс, в этом году на данной территории будет уложено щебеночное покрытие, а в будущем этот участок уже может быть заасфальтирован.